Так, одеть. Костяной лес. Тут же будет бабка-ёшка, да? Я хочу бабку-ёшку просто, она жесткая. Она прикольная. So Pan comes again with Итак, wisdom, Пан снова пришел к нашему герою с мудрым советом. Габриэль сейчас зол. Предательство Кармилы заставило его усомниться в собственной судьбе. Братство для него более ничего не значит. Ему нужна только его Мария. У него есть две части маски, и осталась только последняя. Он должен отправиться в страну мертвецов, чтобы встретиться с последним владыкой, самой смертью. Нужно пройти еще много земель, и я не могу рисковать, чтобы быть обнаруженным, потому как вряд ли кто-либо из его братства смог бы ему сейчас помочь. Он должен отправиться туда, куда никому Кому нет входа в пропасть. Сломай звуковые границы, делай одноголосые озвучки на игры, открой свою студию звукозаписи за донат. Да легко! Да я! Да мы! Да на самом деле, если серьезно, то первый сезон The Walking Dead от Telltale Games я прям переводил, то есть тогда еще не было перевода на русский. Я переводил все это дело, я набирал народ, чтобы озвучивать, я все это склеивал, монтировал и так далее, чтобы все четко было жестко. И это типа было, ну, охереть, как много работы, все за бесплатно. Кто-то может даже в чате это помнит. Привет, Шеки, да. Кармила, являясь одной из бла-бла-бла. Что делать-то? Двойной прыжок делает, вот что. Я помню смерти самой и самой первой Castlevania. Понимаешь, это были времена NES. Это были времена NES, когда игры не должны были проходиться за 8 часов. Они должны были проходиться всю жизнь просто. Если ты не прошел всю свою жизнь, ну как бы все, чувак. Как бы времени больше нет. Привет, Ниочка, привет, Денука. Мини-новость, The Dalek Entertainment планирует завязать с классическими квестами, они не продаются. Ясен пень, они завяжут. Так. Вот бы Telltale завязали своих херней, было вообще шикарно. Игра на Дэнни в среднем часы за 2 проходилась? Окей, если ты пройдешь Ninja Gaiden за... 2 часа с первой попытки, ты реально бог. Вот ты реально бог. Никто не мог, как бы, а ты смог. Ладно. Срочно нужно в начальную локацию тайником. Не пойду я в начальную локацию. Чё, дурак, что ли? Проходи заново. Там все равно ничего нету интересного. Ну, наконец, нормальный платформинг пошел. А, да пфф, ты имеешь в виду время, так можно и за полчаса пройти Ninja Gaiden-то. Имеется в виду как раз-таки, ну, общее время прохождения. Прикольно. В пятницу надо так же. Это же Doom. Жопа горит. Нихера себе, это прикольно. Я вот это не помнил. Чего? Как он в футбол играет шикарно. Идеально. Так. Вот сейчас бы не облажаться. Ну, по идее, наверное, туда. Там, типа, секретка, все дела, наверное, хз.
Я опять я не могу нести больше фляг, это пошли в жопу. Идеально. Идеальный выбор. А, это всего лишь свиток. Это, знаете, это то, что мне нужно. Там что-то про чупакабру было. Ау. Чё? А, это... пока, Souls. Это... В эту игру стоит играть, естественно. В эту, да, во вторую часть нет. Но, видимо, там ничего в этой локации не было, я хз. Угу. А там сверху еще что-то было, нет? Мне показалось? Сейчас мы вернемся назад. Ну, сдохнем, скорее всего, но... Блять, это сделал. Ладно, я уже назад не вернусь точно, поэтому... Можно с Symphony of the Night поиграть. Ну, как бы... Symphony знает это такое. Скотина. Опять он забрал мне все. Чупакабра, иди сюда, мразота! Найс. Зелененькие всегда... Вот всегда в плюс идут зелененькие. Так, погнали. Где-то маленькая жопа. Стоять, а я типа могу здесь запрыгнуть? Ладно, бывает. Ему норм на одной руке раскачиваться. Знаешь, он убивает, то есть... Он убивает вампиров, тебе вообще насрать. То есть тут вампиры тут всякие, да? То, что он может забивать всех одной рукой. А вот на одной руке раскачиваться, ну все капец просто, да? Спасибо. По-моему, пацан не понял. Это получилось чисто случайно, если честно. Да ёптыть. Ау. Отстань. Почему здесь, кстати, ХП не отнимается, я не понимаю. Пошел вон. Размотать всех нахер. Иди сюда, скотина малолетняя. Отдай сюда. И ты сюда тоже иди. Фу, на тебя. Ты что тут здесь есть? Ну теперь понятно, куда как бы этот камень вел. А здесь ничего нету? Окей. Просто дырку оставили. Ладно, типа спасибо. Стоять, я же могу назад вернуться, так ведь, да? Там же что-то было. Вернулся назад, сейчас посмотрим. Мне вот просто показалось, что там что-то было. Я прыгнул прямо в пещеру, а надо было чуть-чуть.
сторону. Во, видите, вон туда вот. Ага. Ебать, что это такое? На них, кстати, не покопишь хп. Фак. Тотем, ну спасибо. Пошел вон отсюда. Улыбающиеся тотемы. Такие бы в ДБД. Изи. Overwatch в этом году будет. На Ютубе обязательно будет. Что это я? Так, сядь. По-любому что-то есть. Так, спокойно. Окей. What? А ты не соснешь, игра, нет? Может, ты соснешь, пойдешь? Я просто мимо всего пролетел, просто как. Что ты хочешь от меня? Иди сюда. А, ну, пришло время восстановить КП. Там еще звуки такие хоровые, знаете, как будто из Карима. Когда врубаешь эту светомагию. Когда прохождение ДБД на YouTube. Сейчас. Китайца найму только. Наймите меня китайца, пожалуйста. Он за меня все снимать будет. Так, я понял. Ну, надеюсь, понял. Ух ты, нихера себе, это так работает тоже? Ладно. Ну, типа, я отпускаю кнопочку направления, он ничего не делает. Нажимаю, что-то делает. Ладно. Корейцы подойдут. А, у Кати уже есть работа, сорян. Я не смогу ее оплачивать, как бы, она москвичка. Келка вообще стример. Он не будет за меня это делать. А выше. А. Китаец настолько долго у меня под столом, что уже русским стал. Обрыжел, да. Ассимилировался со мной, по сути, стал моей копией. Так, ну надеюсь, там сзади ничего не было. Ну алло. О, бабка ёшка, это офигенная локация. Обожаю ее. Она еще красивая. На кучу. Где-то синий просрал. Ну ладно. И так сойдет. Кстати, что-нибудь там новое-то есть хотя бы, нет? Силы реликвии. Плевать, это все бесполезно, если честно. Так, окей.
Проклятый Топи. Силен запах смерти. Здесь заправляет всем одна ведьма, но чувствую, Габриэлю она не ровня. Кости его соратникам разбросаны по всей округе, но он, кажется, не обращает на них внимания. Готовый мужественно продвигаться вперед, он продолжает упорно сражаться. Он днями не спал и лишь изредка отдыхает. Я иногда слышу его разговоры с ней, как он признается ей в любви, что они вновь будут вместе. Он оплакивает в темноте ее, или, быть может, собственную душу. Этот зобик псих какой-то, он сраный ворит, смотрит, там, входит везде, что-то херню ищет. Просто какая-то херня, он зашел в нее, а почему бы и нет, да? Капец там систему. Кто это строил все? Кому еще пришло в голову строить дом на старом дереве? Lost your way. Oh, lost your way. Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. The king of the angels. Lost your way, then? Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Видимо, Яга был очень сложно выговаривать. Can blue rose grow? Baba wants to be young and pretty again. Pink Baba, blue rose. Могу Blue Velvet привезти, ты вообще охереешь. Баба Роуз? Баба Роуз? Scarecrows took keys. Oh, bad scarecrows. Keys of three. Кто говорит кис? Мне сразу вспоминается сцена из маски, где главный герой заставляет Майла принести ему ключи, а тот несет сыр. Он такой: not kiss! No, not cheese! Kiss! И Майл такой: go no further without the keys. I will get them for you, but you must promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go! Не, ну она говорит как бы по... по-английски он называет баба. Здорово, халява. Nice. Опять красный, идите в жопу. Просто с этими красными. Смотрите, мне сколько красного. Просто капец, одни красные падают. Помните, сколько не было в начале... Три главы подряд, по-моему, не было зеленых, да? Я никак не мог найти последний зеленый. Прилетела стая ворон. No fucking shit, серьезно? Держите в курсе. Ведьма сказала, что пугало, привязанные к этим жердям, живые. Я сначала ей не поверил, но спустя дни наблюдений за одним из них, я уже и не знаю, чему верить. Вчера пара птиц села ему на голову, и клянусь, я видел, как оно пыталось их поймать. Я тут же схватил мой меч и напал на чудище, но оно осталось недвижимо и никак не реагировало на мои удары. А, их надо заставить перелететь, да? Маленькие мрази. Почему силы не заставить рассказать и все? Она потом тебе силой заставит, знаешь, что делать? Ты что, не читал сказки про Бабу Ёжку? О-оу. О-оу. Ну, нихера себе.
Эти сразу спрятались. Ага. Тварь. Что-то не так хотел. Да вот же тварь. Прикольный дизайн врагов. Знаете, после вот такого разнообразия в дизайне врагов, да? Ты такой смотришь, как бы, на вторую часть, а там просто... Враги. Хлюподорб. Враги. Мощные жирные враги. Жирные мощные враги. Хор-хор-хор. Ты такой... Как? Так, откуда я пришел? Я не понял, откуда я пришел. Отсюда я пришел? Да, отсюда пришел. Мне кажется, много этих тупых мандрагор. Почему они не орут, как в Гарри Поттере? Ага. Болото из Реймана 3 напоминает. Мне это все напоминает какой-то... Outlast или Jeepers Creepers. Так, понятно. Может, пробить могу? Ну, почему? Это же обычные деревянные херни. Зачем мне что-то нужно, чтобы здесь что-то пробить? Вижу, это пугало. Так его можно сломать? Сейчас, погоди. Да, можно! Ладно, давайте трясти, что ли. Что-то сложно. Ага. Надо, короче, заставить их сюда полететь. Все, я понял. Так, а здесь? Чем музон заиграл? Блин, я запутался здесь. А, все, понял, где я. Свиток, спасибо. Сейчас, подождите, это что, реально, типа, головоломка? Ладно. Ну, как бы... Это где сложность? Плевать. Такс. Почему не могу сюда зайти? Уже последний удар шикарный-то. Не понимаю, чем сбивать.
Нет. Чем взбивать-то? Зацепить, потянуть нельзя, нет. Магия света пробить? Как? Прыжок веры. Двойной прыжок. А, вот счет прыжок веры. Прикинь, маги света в двойном прыжке из вас будут испускаться лучи энергии света. Первая атака на... Угу. Ну, допустим. Нет. Так тут-то тоже, видимо... А тут-то что надо сделать? Тут еще специально магия дается. Так я не знаю, где обходить, в том-то и дело. Я уже иду, как бы... Что? Подождите, может я что-то не вижу какого-то прохода? Тима Драгора бесит. Они так из меня всю жизнь высосут. Вообще даже не успел появиться, уже сосет. Так я и так уже пошугал ворон. Как бы. Там шугать ворон только вперед-назад, вперед-назад. Больше я. Я вижу, что тут есть вороны, вон наверху они сидят. Я не понимаю, как их пошугать. Я не вижу, как к ним добраться. Я вижу вторых ворон, я понимаю, что нужно сделать. Я не могу этого сделать, в том-то и дело. То есть вот есть, как бы. Я. Просто взаимодействовать можно с чем? Вон, вороны сверху, мне их нужно согнать. Просто взаимодействовать нельзя. Или можно. Сейчас посмотрим. По-моему, нельзя. По-моему, я тыкал правый триггер. А, ну значит это можно. То нельзя. А может быть там я тоже криво тыкнул? Подождите. Ладно, довернусь еще. Окей, ладно. Видимо, я здесь не тыкнул. Там я точно тыкнул. Пошли вон, куски дерьма. Угу, понятно. Так, пробуй сейчас там тогда нажать. Ну там вроде я нажимал. Там нужно что-то особенное сделать.
Ну, вы только что видели, да, почему я не смог в прошлый раз это сделать? Вы только что видели. Причину моей... проблемы. Вы только что видели. Вы все видели. Не. Сначала нужно переставить птиц туда. Вот этих. Стримили тупой. Да, игра просто такая. Всегда виновата игра. Стримили всегда идеально, на самом деле. No fucking shit, серьезно? А я-то думаю, что это такое здесь? Эти подсказки. Плевать! Хоть анимацию на каждого придумали разную. Офигеть. А, понятно. Чего? Разве тут не кутые были? С кругляшками, не? Ну, ладно. Так. А куда они улетели? Назад, да? Здесь, по-моему, нету больше жердочек. Ну и куда они, блин, улетели? Понятно. Я хотел забить этих мантикор все это время, а мне не давали. Но! Ну алё, вот это что было? Понятно. Значит, нужно вот этих перевести налево. Так, отсюда можно вообще слева прилететь? Нельзя. Так, вот здесь какая-то жопа.
Чувай! Так. А если так сделать? Да в смысле, это они-то меня доколупались? Я даже не трогал их. Жил себе нормально в этом мире. Так. Тут еще оказывается, здесь сидели. Потом, ну понятно. Оказывается, это были третьи вороны. Окей. Они назад полетят, да, сейчас? Они просто не полетят никуда. Ладно. Вот оно чё, оказывается. Вот оно чё. Вороны триггерят, серьезно. Сейчас триггернусь. Не думаю, что она чем-то отличается. Чего? Чего? О, быстренько, надо было пособить его. Не стало чувака. Это была такая сложная головоломка, надо было просто найти грёбаных третьих ворон, которые были спрятаны просто в жопе у Кодзимы, по-моему. Эй, слышь, Мантикора, нахер идешь? Я только что прокатился в Мантикору, она не поняла, такая, мол, за что ушла вниз под поле. Мне снова будут показывать кат-сцену? Серьезно? А могли просто закончить уровень, в принципе? Они, видимо, очень гордились этой катсценой, раз показывают нам ее во второй раз. Твой дом труба шатал, а потом пугало мне нашатал. Close your eyes, or spell will blind you. Могли бы что-нибудь на русском захерачить, раз как бы это бабка-ёшка. Где я просрал кристалл, алё? Где? Это не Мантикора, это Мандрагора, алё, гараж. Это Мандрагора. А я сказал Мантикора? Я сказал Мантикора? Ну я же говорил, я имел в виду Мандрагора, я просто говорился. Чё вы начинаете? Если это я сказал, нет, я говорил Мандрагора, точно. Это вы что-то вы в чате с кем-то там сретесь, как обычно, понятно.